Самаре состоялся турнир городского округа по шахматам «Феномен». 74 спортсмена от 6 до 17 лет отыгрывали классику в 7 туров по швейцарской системе. То есть победитель играет с победителем, проигравший с проигравшим. Классика – это от 60 минут, контроль времени на 60 каждому игроку. Играют в двух группах. Первая группа с рейтингом 1000-1250. Это у нас, скажем так, на юношеский разряд можно выполнить норму. И вторая группа у нас 1250-1500. Это уже первый юношеский и уже с заходом на взрослые разряды. Сам турнир квалификационный, то есть у каждого спортсмена по итогам соревнования будет изменяться всероссийский рейтинг. Награждаться будут вообще все ребята, кто принимает участие, ну а победители, они, конечно, еще и дополнительно даже такие хорошие призы получат. Это не является каким-то отборочным, это квалификационный турнир, он позволяет повысить свои рейтинги Российской шахматной федерации. Турнир городского округа Самара проходит в третий раз. За это время география участников расширилась. Приезжают ребята со всей страны. Получается, первый детский разряд. Я играла в различных турнирах, клубные и такие. Группа сказала, мама предложила, я поехала. Турнирные призовые места в двух категориях заняли самарцы. При этом наши игроки зарекомендовали себя на всю страну. Сейчас, например, шахматисты до 9 лет готовятся к майской поездке в Кострому на первенство России. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.